ему отыграли выстрел в голову, а того, кого, которого я грохнула, он отыграл, что я его не грохнула. Собственно. Лиса, что ты делаешь? Мама. Поэтому тот просто отыграл легкое ранение в плечо. Нормально ускакал. Кантемира же в это время получается привели в не очень годное положение. Типа его убили. Но он отыграет просто ранение. Он, я так понимаю, он останется живым. Просто что этот... Не ори. Короче, как я поняла, он, наверное, останется живой, типа, просто что этот... Ну, будет отыгрывать, видимо, без руки, я хрен знает. Да, не знаю, нет, вроде как не будет он возвращать. Наверное, будет с одной рукой отыгрывать, с протезом. Вот. Так, ладно. Где у меня тут заглушка моя? Очень непонятно. Администрации пишем, но ответа нету никакого. Хорош, беситься. Надеюсь, он не левша. Ну да. Будем надеяться, что он не левша. Это вообще, вот знаешь, если это их цель была, но они могли дождаться, что он поедет. Они вот так бежать и видеть, что здесь три человека, и вот так вот бежать. Ну, видимо, эффект неожиданности, но так-то, если бы он один уехал, тоже был бы эффект от неожиданности. А они оставили одного свидетеля, двух свидетелей, получается. Я, конечно, не особо успела разглядеть. Ладно, поехали в город. Давайте дробовик снимем. Дробовик. Блять, я вместо того, чтобы съесть консерву, экипировала нож. Ну, я вообще, Алёша.
Что ты хочешь? Так, дуть нечего. Так, сейчас, секундочку. Помимо тебя, у кого еще было оружие? Ну, у Кантемира и у этого паренька вроде как было оружие, револьверы. Все, мы паренька не прикладом грохнули. Кантемира они грохнули. Все. Не, просто мне непонятно, почему тот встал. У нас же был откат. Вы сами помните, у нас был откат, когда у нас на ферме ребята стали из нока. Персонажу пингвина прописали со стрелы в голову. Он сразу нокнулся. Когда он встал, у нас пошел откат всей ситуации. Но ему сказали, что тот мертв. Все. Тогда у меня вопрос. Я не настаиваю на том, что парень отыгрывал смерть. Хотя мой персонаж предупреждает, блядь, кто-то будет творить хрень на ферме, ну, будет стрелять. Будет стрелять вообще безжалостно. Она ходит в открытую, это говорит. Она на ферме всех встречает с оружием. Она ходит с оружием постоянно. Перепираться на ферму и стрельбище устраивать. Будьте готовым, что можете попасть. Ну, как бы, да. Он мог отыграть ранение, но у нас по правилам нельзя вставать из нока, пока не придет медик. Это в правилах прописано. Нельзя вставать, пока не придет медик. Тут встал, отыграл ранение в плечо и ушел. А Кантемиру уже по смерти прописали. Ну, мы написали, что, типа, мы выстрелили в голову. Из любого нока. Не, ну я имею в виду, когда в тебя стреляют. Ну или избивают. Там, если ты от хавки упал, то вроде как нормально. Типа, там механ сработал. Там еще можно встать. А если в перестрелках где-то или в драках, то нужно так. Да постоянно. Здравствуйте. День добрый. Добрый. Как вы себя чувствуете, мисс Флетчер? Нормально. Так. Я бы перекусила чего-нибудь. Мешаю, да? Ну, нет, вот, ну да. Прям встали вы так, конечно. Извините. Так, дайте мне, пожалуйста, похлебку. Давайте пожрем. Сухой джун лондонский. А где? Нету похлебки? Вот она. Так что да, мистер Бутман, этот городок плох тем, что законники плохо работают. О, начинается Хадсон на своем.
И я не исключение. О своем альбоме. А, я тоже дерьмово работал. Чего? А вы когда устроились? Сколько дней назад? Ну, третий идет. Можно сказать, сегодня последний день испытательного срока. Да, кстати. Смотрите, если плохо работали, мистер Росс вправе продлить испытательный срок. У нас как-то работал один инвалид, если говорить грубо, да? Так он проработал на испытательном сроке 2 недели, а после я сорвал с него значок. Ну, не знаю. За 3 дня что особо, ну, не произошло. Ну, как сказать, видимо, мистер Росс вас не посвятил в дело, да? Это баг вот это вот с рукой, что это? Дела расскажу только, когда вот срок пройдет. Да, точно. Как ты, да, сказал, не подумав, грубо говоря, да. Ладно, все равно сегодня последний день. Дай бог, если так. А где работали до этого? Я же говорю, это... В Блэквотере департаменте. Ух. Коллеги, получается, что вы в департаменте, что я в департаменте работали. Да, это интересно. Сейчас, 5 минут. Ронни не заходит, Рен тоже не заходит. 2 медика. Алло, блядь, заходите, давайте. Сейчас кто-нибудь введет медиков опять, они начнут кипишовать. Нашу работу отнимают. Что это делается? Нашу траву продают. Да-да. Ляну обними. Что, ребенок? Вот и хочет. Я тебя хочу. Мы с тобой вместе играли. Я тебя хочу. Мы играли с тобой вместе. Да. Может, леди, пожалуйста. Я. Я хочу. Я. Алис.
Не учитывать они укус солнца. Рукой. Шутка будет. Ты имеешь в виду про Рен, что ли, что мустанг есть? Не, у него... А, ну да, у него мустанг, точно. Не, ну погоди, она же на коту заказала себе. Шутки от экзорки, это обязательно что-то будет с примесью сарказма. Я вообще сегодня ненадолго. Так, все, может, до 10. Потом в азмофобию вроде пойдем с ребятами. Так что тоже постримлю, то я там обещала. О! Не, корабль-носитель, это, конечно, да. Только вот его постоянно поддерживать нужно. Корабль-носитель, это прям этот, как его. Ты знаешь, даже не проблема не в том, что накопить 5 лярдов. Его надо поддерживать же каждый раз. Его нужно проплачивать там что-то ему.
Ой, короче, да, сейчас я обсудила моментик, это попросила, чтобы все-таки эту тему уяснили. И надеюсь, что все-таки мисс Флетчер. Эту тему уяснят. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А не могли бы вы со мной пройти в офис? Пойдемте. Думаю, вы догадываетесь, да? Да, естественно. Погодите, я только лошадь заберу. Опять сотни долларов стоят. Так, сейчас экзорочка, я почитаю, что написала. Просто нужно разобраться как-то, ну, нормально это, ненормально. Я же говорю, я не говорю, что человек, игрок должен, ну, сдохнуть, типа, от моего выстрела, но он должен был подождать, пока ему помогут. Пока ему дадут какую-то медицинскую помощь, не предоставят. Мое первое разочарование было, когда я видела текстуру туманности. Да? Ну, она, конечно, да. Они немножечко говённые, но в туманности прикольно, когда ты вовнутрь, короче, прям залетаешь, у тебя все такое либо красное. Я вот в черную туманность залетала. Такой прям реально тьма. Ничего, прям как не звездочки. Это очень красиво было, прикольно. В смысле? Ну, вся хрень почему-то происходит именно у вас. Да, да, да. Вы знаете, вы вот заметили, да? Я тоже. Я не знаю, что там. Лакомое так. Место. Ну, давайте начнем с того, что все-таки делал старший Брейтвейт у вас на ранчо. В общем, я пригнала лошадь. На ранчо ждал меня мой работник. Прошу прощения, я не помню. Мистер Хьюз. Да, возможно. В общем, он меня ждал. Извините, высокий, с... У него светлая рубашка, по-моему, была жилет, борода. С левого глаза. По-моему, да, кстати, не обратила внимания. Ну, в общем, он тоже пострадавший. Да, я знаю, значит, он. В общем, что... Приезжаю я, гоняю лошадь, приезжает Брейтвейт. Ну, Алис! А вы не знаете, зачем он приехал? Он приехал, он искал Нэшей. Нэш? Мисс Нэш и мистер? Да, он их давно ищет, говорит, что что-то их не видать. Приезжал, говорил, не видела я их или нет, где они, что они. Я сказала, что нет, и тут бегут два смельчака. Жалко их. В общем, бегут. Один на лошади скачет, другой выбегает со стороны леса. Это все... С верхней дороги было, не с нижней. Вот. Один был в светлом пальто, коротком. Томас ходит в таком пальто. Вот похожее, очень похожее. Точь-точь пальто было. Тоже кобура, штаны не черные такие, ну, может, серые какие-нибудь. Шляпа... Немножечко похожа на мою, может, чуть-чуть меньше, а может, и такая же. Тоже где-то сероватая. Бандана у него была на лице, рыжая какая-то. Вот. Второго не разглядела. В общем, я как только увидела, сразу забежала за дом. Достала оружие, выглядываю из-за угла и вижу, как они убивают Брейтвейт. Ну, я забежала в дом, закрыла дверью и выбила стекло из дома своего... Готова была стрелять. Как выстрелила сказали, в одного. Чудом остался живой. Я вообще не знаю, как он остался живой. Но да, выжил. Вот. Второй дочь... Куда уцелились? Не поверите. В голову. А попали? Я не смотрела. Но стреляю я очень хорошо. Метко. Редко промазываю. Но, в общем... Какое ваше оружие у вас? У меня карабин и дробовик. Выстрел был произведен из... Карабина. Ланкастер. Карабин. Да. Угу. Вот.
После этого один долго кружил вокруг дома, пытался меня, видимо, засечь из окон. Я, соответственно, пряталась, и он говорил, что выходи. Выходи, иначе я буду выбивать двери. Я стояла с дробовиком в руках в надежде, что он выбьет двери, а я его в этот момент прихлопну. Но он не осмелился выбить двери. Наверное, к счастью, или не знаю. Вот, он сказал одну фразу. Женщина говорит, выходи. Мы свое дело сделали, мы тебя трогать не хотим. Мы хотим просто уйти. Не знаю, может, я должна была им открыть все двери, чтобы они через дом прошли. Ну, собственно, долго они ходили вокруг дома. Разговаривал исключительно один, наверное, потому что пока тот раненый валялся. После этого они уехали. Очень лошадь, быстро, вдвоем. Лошадей помните? Лошадь одна темная, другая светлая. Вот, да, светлая. Мне говорили, либо серая, вот примерно такого типа. Ну, это может быть, да, или либо серая. Белая. Скорее всего, это была либо кентукийская серая, либо кентукийская серебристая. Может быть, еще и такая. А такие масти обычно бывают. Не думаю, что они приехали бы на каких-то дорогих лошадях. Вот. Оставшийся живой свидетель... Так, описать он не описал. Ну, почему мистер Хьюз. Да, я потом приехала. А второй как выглядел? Вот как выглядел, я не запомнила. Вы запомнили только того, в котором стреляли? Только одного, да. Второго я не видела, я из-за угла стояла, не разглядела. Так, что происходило дальше? Дальше приехали люди, которые мне помогают в охране. Нет приехал Растин и Соул, который, да. Да, и его друг. В общем, они вдвоем приехали и поскакали сразу. Бородатый ходит такой, господи, как же его? Рик, по-моему. Вот, да. В общем, слушайте, извините, прям... Может, Патрик Джонс? Извините, можно я отлучусь? Да, конечно. Сейчас я вернусь к вам. Бля, ребята, сейчас у меня мама звонит с Херсона, я хочу с ней
Так, ребята, извиняюсь, что это? С мамой разговаривала, она мне долгое время с ней связались. Вот. Телепатический звонок от духов, да. Так, господи, сейчас давайте вернемся к тем шерифам. Просто очень долго ждала связи, связь там к одному месту вообще. А ну, пробуй. Или ты ей, Оля, позвони. Или она. У нас нет никто. Добрый вечер, миссис Флетчер. Миссис Флетчер. Да. Добрый вечер. Я же сказала, добрый вечер. Может, у меня уже к старости с ушами что-то плохо. Насколько я понимаю, с вами хотели пообщаться помощники шерифа. Да, я сейчас к ним пойду. Блять. Как вы после вчерашнего? Николас, да нормально. В порядке? В порядке. Ужас какой. Да какой ужас, нормальный ужас. Я думал, что так все не очень хорошо, а тут оказывается все еще. Прошу прощения, я... Да. Райан, закрой дверь, пожалуйста. Да. Все в порядке, мисс Флетчер? Да, в общем так, на чем мы остановились? Что потом было? Приехал Раст, приехал... Патрик Джонсон. Нет, не Патрик, его не зовут Патрик. Но мне мистер Моксли сказал, что Джонсон. Мы знаем вроде только одного мистера Джонсона. Приехал раз со своим другом. Ну, ладно, допустим. Вот. Потом, в общем, они поскакали искать этих людей, которые напали. Я поехала в город, позвала на помощь. Поехал ко мне Хадсон, да, начал оказывать первую помощь. Потом появился откуда-то Томас. Бродил тоже по ферме. Мёрфи? Да, да. Вот. Ну что, оказали медпомощь у меня дома. Мистеру Брейтвейту оторвало руку, и я не знаю, с чего у него такое пальнули. Ну, может, с дробовика или чего. Дробовик, дождь. Вот. Сделали все, что могли, и отправили... мистера Брейтвейта в лечебницу в Сен-Дени. Все. Хорошо. Замечательно. Все, мисс Летчер. Да, ладно. Думаю. Только будьте осторожны, да? Ну, я осторожна. Я всем говорю. И вам скажу. Это недоброжелатели, я буду перестреливать у себя на земле. Я имею полное право. Это да. И я не знаю, кто такой смелый туда рванулся с оружием. Ладно, извините меня. Почему именно у меня всех убивают на земле? Реально, блядь, какой-то. Слушай, нам надо этого прибить? Давайте-ка мы его прибьем у Флетчер на ферме. Говорят, там очень хорошо это получается, да? Так, блять, это Николас стоит или нет? Это не Николас, я думала, это Николас. У Николаса реально перс вообще такой, он похож на этого. На Непися. Так, Экзорочка, я сейчас посчитаю. Я сейчас почитаю, что ты мне написала, пока я отсутствовала.
Ну, я... ну, в принципе, место норм. Нападать лучше, наверное, с другой стороны. Как-то да, они, блядь, с горы прутся. Не, ну хотя, слушай, снизу, да, слишком заметно. Давайте мы не будем перебирать варианты, возможно, стороны нападения, потому что мало ли воспользуются. Так. Так. Типа начала не разряжать, что же я могу попросить. Нет, нет, цель просто, которую можно отдыхать. Поехал Хадсон. Так. Которое бабло за 3 месяца есть. Экзорки, которые за 2 года не знаю, по воске накапливают. Всего 4 миллиарда. Знаешь что? Я, кстати, я поняла, о чем это. Я, короче, сделала себе, блин, не помню, как он называется. Господи, питона, питона. Я сделала питона себе этого, как его, ну не грузоперевозки, а пассажирский. И там есть одна система, с которой ты, короче, ну нормально так вывозишь, прям нормально. Прыгаешь с одной системы в другую систему и обратно, типа экскурсовод такой. И этот... И там за одну ходку... Опачки! Нэши! И там при хорошем раскладе за одну ходку можно получить что-то около 100 миллионов, по-моему. Вот. А, ну, это прям при хорошем раскладе, когда у тебя еще и репутация. Так... Ну, так, в общем, минимум. Минимум, короче, прям минимум, по-моему, это баксов, наверное, 20. А так, ну, так, если ты все берешь. Ну, короче... Очень прикольная тема. Я там оставляю постоянно корабль, короче, и там летаю. А, так что можно там. Ну, потому что я его не... Я вот тоже, когда узнала, что носитель нужно постоянно поддерживать, я поняла, что нафиг. Я там так далеко запрыгала, что я не знаю, когда я вернусь к питону. Туманности, мелкие облака, гранж, да, и туманности, к сожалению, одинаковые, это несколько коленков соответствует своим реальным аналогом. Разве? Так. Томас появился в темноте. Кстати, у Томас реально появился просто вот, да, как загадка такая. Вот просто. Он так похож по описанию. Ну, понятное дело, что это не Томас, потому что тот был ранен. Тот был ранен. Если, блядь, это был реально Томас, и он не отыграл ранения, то возникает масса вопросов. Но также нет, это не может быть Томас. Так, я сейчас отбегу опять, прям на вот быстренько, на секундочку. Я хочу в дамскую комнату. Секунду. Так, я здесь, что-то у нас Амидай строчить. Строчить Амидай. 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 Кого ждем? Да никого не ждем. Так, что стоим, кого ждем? Почему не в штанах? Да потому что. Потому что. Что вы заколебали? Бесите. Бесите вообще, все нафиг ты стоишь. Я вместо Вандера, ты что, не видишь, блядь? Вандер на минималках. Так.
Да, кстати, мы реально ждем твою интим от игрокку. Эх! Вот был бы вот этот добрюк, который берет, берет, берет. Вот там бы... А? Блять, я сама собой, да? Мирлар бы появился, но не в этом году. В смысле, блин? Алоэ, арбуэ. Ты, главное, потом сорняки не дерь. Так, что? Надо Николасу тых-дык-тых-дык как дать. Пошлите, пойдемте. Тут кто, блядь? Пилот. Ка. Good day, miss. Выводись давай. Зачем? Да какой из меня крайм? Ты что? Не, я... Какой? Типа вот эта, которая такая. Что, ты не хочешь умирать? Какая жалость! Мне так тебе жаль! Ты мне поверил? Наивный дурачок! Какой же ты наивный! Крайм-баба, да. Никакая! Молчишь, подлец! Все потому, что у тебя нет язычка! Где твой язычок? А, да! Он на лезвие моего ножа! Злобный смех я не умею, блядь, отыграть. Так, шо тута, усё у тута. Требуются охранники раньше. Так уже есть это, зачем? Буду платить $10. Тоже надо снять. Требуется коваль. Это моё, да. Лошади по прежней цене, моё. Ферму требуется работник уборка, ест. Граждане гостя города, рють. За любой медицинской помощью. Уважаемые горожане, если вам потребуются какие-либо лекарства, ладно, двери банка Роудс, нет, не то, обрушение грамоте, шоту и богословию. Да. На ферму табака и кукурюзи требуются работники. Так, знаменитый писнятель и сын Дьяни, Бенджамин Рэд, собирает невероятные истории для своей новой книги. Если у вас таковые имеются, то можете обратиться к нему и через его помощника Брэндона Райта. Особо интересует истории, будет впечатлен. Чего, блядь? А, особо интересные истории будут оплачены и опубликованы в новой книге. О! Так, а он книгу хоть одну написал? Писака. Хоть одну книгу! Хоть одну! Одни алкоголики, что такое? Ля, Вася какой идет. Джентльмен. О, какой. Матерь Божья, Господи, откуда ж ты вылезла, дитё? Деточка! Срань Господня. Что за неписи? Слушайте, я ещё не обращала внимания. У нас постоянно в рот такие забулдыги ходили. Не выкупаю. Ля какой, да? О, ничего себе. И это мой город. И это дождь. Куда понесло? Крайм?
Ну, тебе была озвучка Крайма. Если буду Крайм-бабой, буду такой. Буду жестить. Буду вот так разговаривать. Hello. Хочешь пошалить? Давай пошалим. Что насчет моего ножа в твоей жопе? Давай пошалим. Блять, Амида, я создам крайм-бабу, только если ты будешь делать со мной интим-отыгровки. Ты понимаешь, Амида, это уже принцип. Это уже принцип. Просто-напросто. Поэтому бекос то бекос, понимаешь? Без меня интим отыгровки не будет. Конечно, а как? А кто? А с кем? Ты понимаешь? А больше неком. Не с кем. Ну, не с кем. Ты посмотри, с кем? С кем? Вот с кем? Мэм? Мэм? Опять. Здравствуйте, миссис Флетчер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас искал мистер Брейтвейт вчера. Да, нам уже сказали. Ну, я на ферме. После чего его лишили конечности. Да. Мы уже осведомлены об этом. Вам надо бы завести какого-нибудь сменщика, что ли? Это как бы... Вопрос к властям города. Потому что других людей, пока что здесь, способных к врачеванию, я не вижу. Помимо мистера Хадсона. Ну, в общем, нужно. Хорошо, что хотя бы мистер Хадсон вчера был. Он хоть как-то помог. Ну, вот... Еще и в ближайшие дни я возьмусь за его обучение, и считайте, будет еще один третий врач. Будете его обучать? Да. Он уже владеет определенными навыками, их нужно просто, как бы так сказать, немного поднять. Хорошая новость для тебя, Рон. Какая? Лошадка есть. О, это хорошо. Да, но придется подождать, ее нужно приучить к седлу. Думаю, недолго. Да, ничего страшного. Да. Я пока все равно находился вот пару дней с мамой, она лихорадила. Это вот. Не обязательно было уточнять, но ладно. Я вообще-таки подумала, потому что ты говорил, что мама приболела. Кого нашли? Нашли людей, которые напали на мистера Брейтвейта? Нет. Увы. А у нас шериф-то хоть появился? Да, я так понимаю, там в офисе шерифа одни убытки в плане людей. Честно, не знаю, кто там вообще шериф. Но... Хотя бы кто-то есть, да, уже лучше. Потому что если мы вообще без шерифского офиса останемся, вот это вот будет. Да, придется это каждому оружие в руки брать, стоять на охране. Что ж, все страшные события у вас на ферме происходят? А, да, да, вы знаете, я, может, как-то это, не знаю, как среди бандитов, знаете, они так сидят и думают, о, нам надо кого-то грохнуть, где бы это сделать? О, у миссис Флетчер на ферме, блин. Да, какое-то проклятое место.
Надо бы историю этого дома поднять. Почему именно так? Сколько примерно было человек, когда было нападение, не знаете? Когда? Ну, вчера. Где? У вас. Которые нападали? Да. Двое? Двое человек всего было? Да. Блин. Насколько я слышала, то стреляли из дробовика? Да. А он выжил или нет? Кто, Брейтвейд? Угу. Не знаю, мы его еще живым отвезли в больницу. В Сен-Дени? Ну да, куда же его еще везти? Понял. Когда выживет? Мистер Хадсон сделал мне замечательное предложение. От которого у меня глаза чуть не выпали. Который? Когда мы Брейтвейта занесли ко мне в дом и пытались что-то сделать, мистер Хадсон сказал: вы знаете, его проще здесь добить. Я говорю: да. Что? Замечательно. Здесь у меня дома, давайте добьем. Давайте. Ну, Брейтвейта просто у меня на ферме возьмем и добьем. Да, и правда. Помнишь, как собаку добить, да? Надо, получается, пойти добить мистера Хадсона. А смысл его добить, если он с первого раза не понимает? Добить, я говорю. А, ну, пойдем добьем. Можно я буду первым? Нет. Тогда я буду вторым. Нет. И нанесу ему 30 ударов ножом. Нет. Ты так... Ладно, иглой. Ты так потише с такими высказываниями. Не надо мне подзатыльник давать, я сам себе дам. Все равно это звучит как-то, блин, бредово, что... Ай! Дурак такими словами на улице разбрасываться. Я врач, имею право, врачебный Нет, юмор. Нет, не имеешь. Врачебный юмор. Все равно... У врача самое... Да, мам! Самое главное, это... Чтобы... Сейчас третий будет. У врачей самое главное правило — не навреди. Вот именно. А ты мне вредишь. А мне можно, я твоя мать в первую очередь. А вдруг у меня отлетит... Голова? Да. Ничего страшного, пришьем. Ты в аптеке. Покатится и все. Ну, как покатится, так и прикотится. Ну что. Что за поведение? Сейчас пойдешь к миссис Флетчер навоз убирать. Я не боюсь грязной работы. Просто ты тут одна будешь. Ничего страшного. Миссис Флетчер, если что, вот смотрите, у вас работничек появился. Прекрасно. За бесплатно. Работа в экстремальных условиях, если что. На горе? Доброе утро. Доброе. Нет, я бы сказала на поле боя. Доброе. Ну ничего, сразу будет полевой врач. Да. Здравствуйте. Я так полевой врач. Здравствуйте. Так. А лошадка, кстати, какого цвета? Ну, как ты хотел. Темная. Да? Ну да. Да. Так. Господи, сколько счастья. Да. Кстати, нашла мустанга тигрового, гнедого. А вы рассказывали. Угу. Стоит он бешеных денег. Угу. Ну, я думаю, конюшни Сен-Дени, может быть, захотят купить. Если уж здесь его не продать. Нет, я к тому, что я знаю, где его приобрести, если что. Не в моей конюшне. А-а-а. Неплохо, неплохо.
Да. Надеюсь, на следующей неделе проведу аукцион на лошадок. Хорошее мероприятие. Да. Так. Так, сейчас я приду. Добрый день. Добрый. А вот и голос знакомый, да? Что? Я не могу сказать причину. Хотя, в принципе, могу. Меня заебала эта война семей, черт возьми, Греев и Брейтвейтов. Брейтвейты только приносят дерьмо в город. Офис шерифа и так нихера не работает. Ай, черт. Как бы две просьбы лично от меня. О, здравствуйте. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. День добрый. Присаживайтесь. Не-не-не, не надо, я сейчас уйду. Я хотела спросить по поводу лошади. Вас дел как, много? Так, а что надо именно сделать? Ну, я хотела по поводу Накоты узнать, когда она уже будет смирно себя ощущать в седле. Так, Накота, ну это, видите, это еще примерно сколько? Это еще где-то дня 3 надо. А там уже, ну, как бы можно седло одевать и, ну... И садится на нее. Так, и сегодня вы сможете еще одну объездить? Так, а что за лошадь? Ну, я вам показывала. А, понял, какая-то. Да. Ну да, думаю, смогу, только чуть попозже. Без Ладно, проблем. Да, тогда найдете меня. Все? Да, не отвлекаю. Конечно. До свидания. Доброго дня. Так. Так сказать, да, две просьбы лично от меня, вот, первое, так сказать, нам, так сказать, это, знаешь, так сказать, ну как сказать, ну так сказать. Здрасте, Сергей Алексеевич. Пока ничего, брожу просто.
Брожу, болтаю. Болтаю, брожу. Брожу. Допивает обои заваренный чай до сих пор. Да, так забродить можно, да. А вы не видели папа? Сейчас я вспомню. Росс Шекельфорд. Нет. Хадсон. Нет. Райт. Нет. Какой-то новый мужчина непонятный. Нет, давний. Давний. Давайте, прям игра какая-то началась, интересно. Париж. Нет. Фреймс. Нет. Мужик. Мужик. Преподобный Янг. Не, ну этого я знаю. Ходила. Соул. Нет. Моксли. Во, Моксли. Точно. Чисто между нами такая фамилия, конечно. Хорошо, что он не мой. Да, так вот, вы увидели. Нет. Я думаю... Если он предложит вам руку и сердце, оставайтесь при своей фамилии. Я не соглашусь, если что, все нормально. Почему вы? Что, он плохой мужчина? Я и прям Моксли. Вот понимаете, Моксли. Вот поэтому не соглашусь. Я прям Моксли. Не, не надо, спасибо. Просто Моксли. Не, мне уже хватает, что меня некоторые миссис Хадсон называют. Да, вас называют миссис, а меня мисс. Забавно, да? Угу. А еще меня очень часто называют миссис Флетчер. Да, я понимаю, да. Да. Вас со мной не путают. Хорошо, путают, что но я один раз уже сделала замечание сильно. Перестали путать. Ой, да меня... Ой. Да уж. Я помню, ко мне как-то подошел... Мистер Фреймс, сначала миссис Флетч. Нет, по фамилии, типа, если у нее девичья фамилия, значит, миссис Хадсон. Ой, опять не то. Да, я слышала такое что-то. Как будто так сложно запомнить наши сами фамилии. И верьте, на самом деле, страдая плохой памятью на имя и фамилию, я скажу, да, бывает сложно. Вот просто путать. Это вообще... Вот и я. А, ну, а вообще, я полагаю, что мистер Моксли может быть у себя на ферме своей. Ядрить там упал, чел. Занесло прям. Наверное. Ой. Рон, ты чего молчишь? Просто не влезаю в разговор. Вот? Просто не влезаю в разговор. Я сказала, ладно. Мне кажется, к нам кто-то бежит. Или не бежит. Мужчина к своей лошади, видимо, бежал. Сэр, с вами все в порядке? Потерялся. Может, пьяный? Да, его так
трусила, что вполне может быть. Проходите к нам сюда, тут стоите. Дома. Прошу прощения, это доктор? Офис доктора? Да, здравствуйте. Там мужик у вас бегает этот, какого? А, мы видели его, рукой. Мы ему предложили помощь, он сказал, не нужно, и убежал. Вы уверены, что он сломанный? С раненой. А, с раненой. А, в коричневом пальто такое? Да, да, мэм. Видели. Он посмотрел на... Он вообще упал возле гробовщика просто. Ладно. Угу. Вот же ж мужик, всех еще и на уши поднял. Да, странен. Серёжа? Это получается, лошадь мы сможем забрать завтра? Нет, её надо объездить еще. Ну, когда это? А, дня три, хорошо. Мистер Райт уже то в одну сторону, то во вторую, уже какой по счету раз идет. Кстати, вы читали хотя бы одну книгу вот этого вот писателя? Он разве свои книги уже начал продавать? Не знаю, вот прям любопытно. Вот его фамилию я не слышала ни разу. Хотя позиционирует себя как знаменитого писателя. А вы? Не. Я прошу прощения, вы не видели мистера Росса, Джон? Нет. Это кто? Подожди. Это помощник шерифа такой. А, нет. В черном постоянно ходит с белой рубашкой и с огромной лошадью. А, нет. Видела, что он сел на лошадь, а куда он поехал, честно, не помню. Лошадь как бронепоезд, такая, знаете. Да я поняла, да. А как давно? Здравствуйте. Да не так давно. Не знаю. Добрый день. Минут 15, наверное. 20. Минут 15? Мисс Нэш, вы не помните? Вы не обратили внимания, когда он сел на лошадь? Нет, не обратила внимания, но думаю, да, минут 15-10 уже точно прошло. Так недавно мы с ним разминулись практически. Ладно, спасибо. Ладно, поищу мистера Мауксли.
Капец. Моксли, да не, сегодня не видали. Наверное, фирмы сидишь. Как вы поживаете? Что там у вас? Что с этим? Что с мистером? Как там его? Бэтвейтом? Так а как вообще так? Как так вообще вышло? Ну, как вообще в него стреляли? Как это вообще? Откуда? Каким образом? Откуда сверху? Засаду устроили? Нет, они, я бы не сказала, что засаду устроили, они бежали на него. Они на нас бежали с верхней дороги. Со стороны леса. Один на лошади, один пешком бежал. Сразу стреляли. А стреляли из чего? С ружья, с дробовика? Там, по всей видимости, с дробовика, если ему руку снесло. Что же за косые такие стрелки, если они с дробовика попасть, не знаю, интересно. Ну, вот так, да. Он хоть живой, нормально все. Ну, вроде как отвезли живого, я не знаю, я не проверяла. Да с чего мне... Вы-то в порядке, вас не пытались ни ограбить, ничего. Вы сказали, нет. Что якобы... Сказали, что дамочка, что там сказали? Не сказали, выходи, значит, двери выбьем. А потом зачем? Они сказали, что... Не знаю. Потом они сказали, что им нужно уйти, они свое дело сделали, они просто хотят уйти. А вы должны были, типа, разрешение... Я, блядь, хрен знает, что я им должна была сделать. Может, я им должна была открыть одни и другие двери, они через дом хотели пройти, знаете, так. Я понятия не имею. Но, да. Ну, а потом они ускакали. Не, ну, по всей видимости, он, наверное, заказ, боялся. Понимаете. Это был заказ, естественно. Они убили одного Брейтвейта, а двоих оставили.
Ну ладно, ладно, со мной понятно. Я была в доме, а второго они просто ударили. Они его не убили. Он же их видел. Понятно. Может, это нанят этими Греями. Ну ладно. Может, разузнаем. Может быть. Но поступок был весьма глупый. Наверное. Да, глупо было, если ты пытаешься кого-то убить, просто один раз выстрелить и убежать. Это действительно глупо. Он ездил один просто. Почему? А вы я про глупый, что Брэд Уэйт? Нет, я про то, что если они хотели просто его убить, почему они не дождались, пока он уедет один? Ну, тоже верно. Они летели на нас на троих. Может, они думали и грабануть, вот черт его знает. Ну, ладно. Возможно. Сразу два дела теперь сделать. Я надеюсь, ну, вы их будете искать. Да будем искать. Но тут мы осмотрели территорию всю болот, Ванхорн, ближайшие места. Даже Валентайн скакали. Ну, думал, авось, как в прошлый раз, когда напали на вашу ферму, получится. Ну, что-то тишина вообще. Я никого не обнаружил. И даже серых коней. Ну да, просто были... проблематично найти, как сказать... Нет определенного какого-то хотя бы, ну, зацепок. Просто прошлые они одевались там в оранжевое. Или, ну, да, не да. знаю, мексиканка, например. Или еще что-то более такое, что в глаза кидается. Ну, я говорю, у этого было пальто, как у Томаса. Шляпа похожая на мою серая. Может, чуть-чуть короче. Ну, могли переодеться и все. Не, ну, посмотрим, посмотрим. А может, кто-то был толстый, кто-то может быть толстый, высокий. Не, они оба худые и невысокие, среднего роста. Ну, хоть худее, чем мы. Вот как мужчина передо мной. Приблизительно жилетке, да? такого роста. Как в синей жилетке или... В белой рубашке. А. Да, приблизительно такого роста. Невысокие они были. Я понял. Ну, мы будем искать, конечно. Да. Да уж. Ладно, до встречи. Ладно, да. Удачи. Угу. Вам тоже. А! Не отвлекаю, надеюсь. И нет. И мне по поводу лошадей вроде говорят, вы продаете. Что там по да, цене? Ладно, пойдемте, я сейчас просто... Слезу с коня, сниму ружье. Вам лошадь срочно нужна? Нет, у меня даже денег, наверное, у меня на следующей нету. Неделе будет аукцион лошадей. Аукцион? Угу. Да, будут фокстроттеры, норфольдские рысаки, теннессийские будут и морганы. Может быть, еще кто-нибудь. Аукцион лошадей, говорите? Рысак будет еще, да. Рысак? Два точно будут. На следующей неделе. А конкретно вы не знаете, когда еще? Пока точно не скажу. Мне нужно быть готовым, чтобы лошади могли в седле ездить спокойно, смирно. Да. Да, хорошо. Вот у нас здесь новый помощник шерифа. В городе пока что на испытательном сроке. Ему бы очень не помешала бы лошадь. Знаете, такое дело важное для служителя порядка. Не, я могу продать сейчас. Могу, если нужно, на аукционе просто. Просто есть возможность на аукционе дешевле взять. С ним решать. Да, ну, мне бы хотя бы понять, за сколько вы продаете. У меня, наверное, денег я продаю сейчас. От $40 лошадей. $40, прекрасно. И выше. Да. Это Морган. И выше. 40 это Морган, 45 и 50 это теннессийские, кентуккийские. $40 это, выше. Можно сказать... Сколько? Неделя и два дня. Неделя и два дня? Да. Руслан другие цифры озвучивал, ну ладно. Я, конечно, не агитирую, но есть банк. Да, есть банк. Да.
Про то, что вы, если будет, легко расплатитесь. Работы в офисе. На полной ставке, разумеется, если. Ну, мне бы звезду для начала получить. Ну да. А для этого нужно найти Роса. Ключом. Ну, в общем, так. Поэтому думайте, в принципе, на аукционе лошади дешевле будут. Но не факт, что вашу цену не перебьют. Это все-таки аукцион. Ну, что ж. Я не думаю, что за дешевых лошадей будут воевать. Посмотрим. В общем, я, несомненно, к вам чуть попозже, наверное. Вы подумайте, да, я же не настаиваю. Я просто вам говорю, что есть такой вариант. А там вы уже сами решаете, как вам удобно. Да, разумеется. Благодарю вам. Хорошего дня. Да, не за что. Хорошего дня. Хорошего дня. Так, а я оружие не сняла. Да, штраф лошадь. Чё тебя дёргает? Какашками раскидывается. Да уж. Так чё делать? Где мы? Где пропал наш Моксли? Моксли. Фамилия такая. Моксли. Не понял. Моксли, наверное, пью Юрию завозит.
И снова здравствуйте. Ага. Все в порядке? Да. А где ваш младший? Не знаю. Может, не вернется. В смысле, не вернется? Да я шучу. А, да там, вот тому мужичку, который к нам подходил, нужна была помощь. Они теперь вместе в Сен-Дени. Вы просто так отпустили сына с непонятным мужиком? Мальчик уже взрослый. Да и... Вернулся через 5 минут, я вот думаю. А если не вернулся? Ну, если не вернулся, а ну, если ничего. Он маньяк? Ну, мужчина представился, найдем. Ну, ладно. Ладно, вам все нормально. А вы точно мать? Может, у меня опять температура поднялась, я не знаю. Ну, тогда вам лучше отдыхать. Ладно. Сейчас вернусь. Ладно. Вы только не нервничайте. Не, я не нервничаю. Ничего страшного, на самом деле. Просто ваш сын уехал с непонятным мужиком. Угу. Я, конечно, ни на что не намекаю. Давайте просто понаблюдаем. А? Давайте просто понаблюдаем. Мне самой интересно, что из этого будет. Просто нагнетаю, да? Да. О! Я же сказала. Больше так делать, конечно, не буду. Все, хватит эксперимента. Вот-вот. О, господи. Там и фляги тоже нет, да, ничего. Да. А вы еще и флягу не забрали. Да. Все в порядке, Рон? Ваш хороший сын, да. В отличие от того, что вы про него сказали, мэм. Не, я ничего плохого про него не говорила. Я просто говорила, что если что-то плохое замечательный случится. Мальчик. Вас да, тут спрашивал, мэм. Смелый мальчик поехал с незнакомым мужчиной на своей лошади. Другой город. Пустяк. Прошу прощения, это ваша мамочка или кто? Я не понимаю. Нет, это вредная тетушка. Ну, идите дальше, вредная тетушка. А это вы мальчика отблагодарили? Коня-то, коня разводите, вы что ли? Да, и коня, и кобылу. Понятно. Поговорил бы с вашим мужем по поводу коней тогда. Боюсь, тогда мне придется вас убить. Только так могу я организовать вам встречу. Он мертвый. Мой муж мертвый. Ну тогда жаль, с женщинами дела не имею. Ну что ж, удачи. Я ему тоже просказал, что опрометчиво было отпускать с мужиком, но он вроде ну, как... знаете, эксперименты. Эксперименты? Исследовали. Вы бы ну, хотя никто бы никого не выходной. Забрал. А то он говорит, что работает и работает, работает и работает. Я ему предлагаю, он сам не хочет. Ну, тогда, ладно. Ладно, спасибо, мистер Нэш. Да, то, что конечно. Подвез. Да, ничего платить тебе не буду, ты мне не помог все равно, давай. Я не собиралась. Боже мой. Пойдем, отварчику выпьешь. Можно яду, пожалуйста? Это вообще-то мои слова. Он реально, он ловчий или он добрый? Он ловчий или он будет именно разводить лошадей? Ну ладно. Не-не,
Не, я знаю, что Грега просто не хватит так упороться, как упарываюсь я. А если он все-таки просто ловчий, то ему придется иметь дело. Мне уже сказали, что у меня перс какой-то, это, феминистка. А мужчина, это нахал. Малая нахал. Ну, прям все. Говорит, ничем не помог. В смысле? Он же его отвез. Потратил свое время. А вдруг бы здесь какой-нибудь больной человек был, ему нужна была бы помощь, а он свое время потратил на этого неблагодарного мужчину. Ну, много значит, в следующий раз пойдет туда, куда я не буду говорить в присутствии ребенка. А? Не, ничего. Он нормальный мужик. Ну вот, попробуй поспорить с миссис Флетчер по этому поводу. Ну что, вы уже с ним успели поссориться? С кем? Миссис Флетчер. Поссориться? Нет. Да. Почему мы поссорились? Тогда я не понимаю. Я думаю, мы просто так, полюбезничали с друг другом. Это теперь так называется. Ну ладно. Ну ладно, обычный простой мужик. Приветики, приветики. Мне интересно больше. Вы не смотрю, вы до сих пор без лошади. Мне кажется, он вас не услышал. Никто не видел мистера Соула. Интересно, девки пляшут. Соло? Они вроде куда-то уехали. Блин, он у меня... Ну а пока ты ездил с мужчиной, который сказал, что ты ему ничем не помог, Соло был здесь. Ну, скоро вернется, значит. Ну да, то мне ну, надо... Ну как вернется, так и это. Смотри, Рон, так будут на тебе ездить, как на лошади. На мне? Угу. Почему? По-хорошему на тебе только что прокатились. В Сен-Дени и обратно. Да ладно. Но все равно пока что нет. Нет, это неправильно. Он должен был тебя как-то отблагодарить, а не просто спасти. Кстати, он Сол. О. Отойдите только куда-то. Не, ну мне нравится. Если в итоге они будут вместе работать, я очень надеюсь, что Грег попытается как-то со мной сотрудничать, блядь. Здравствуйте. Это должен быть прикольный дуэт такой. Да. Две язвы будут. Это будет, блядь, как Остин и Молли, мои любимые, которые брызжили на друг друга язвой постоянно и сарказмом. Ты вот такая грустная. У меня, да, нормально. Ребра уже почти не болят, как новенькие. Вы потом руки помойте после того, как это... А я перчатки. ...использовать, а то это вообще это жуть. Вот, держите. Опа. Спасибо. Угу. Пригодится такая штука. Спасибо. Такое лучше не пить. Да. Да. Да, спасибо, удачи. Все. Удачи. Да нет, такое можно. Пусть на, держи тебе бутылку. Тебе. Держи. Угу.
Так. Минус собака. Блин, бедная псина. Я ж не люблю собак. Ну давай, подойди сюда, подойди. Подойди, поязви, давай. Давай. Ну сюда иди! Прошу меня простить, но что, и лосось не продается? Видимо, да. Мистер Нэш? Да. Как насчет раздвинуть ноги и проехаться в Сен-Дени? А уже? Все? Не, мы сейчас... А где же ваша лошадка? У вас такие замечательные шпоры. Так и ждут ее. Простите, я не слышу, там что-то пищит? Да, с вами общается мисс Флетчер. Вы подниметесь к нам сюда. Да нет, ты же не подвезешь меня? Я сейчас в скором времени поеду за травами. В какую же сторону? Не в сторону Сен-Дени. Да. Ясно. Где же ваша лошадка? Да. Под такие замечательные шпоры. Моя лошадь шпоры. Осталась в Монтане. О, какая жалость. Да. Ничего, приручу нового, не переживайте. Мне для этого нужно лосо просто найти. А, дать вам лосо? Или вы с женских рук лосо не принимаете? С женщинами бизнес не веду. Вы бы так не говорили, у нас тут как бы всего лишь два врача на город, и главный врач здесь я. Врач — это не бизнес, я. Это призвание. Ну, знаете ли, миссис Флетчер очень уважаемая женщина здесь. То есть, получается, да, я сейчас обижу вашу миссис Флетчера, вы меня не будете лечить, я правильно понимаю? Да нет, я так не говорила, я просто к тому, что... А вы бизнесмен, да? Бизнес ведете? Бизнес, мэм, это значит дела вести. Ну? По-другому. Ну? На нашем монтанском. Монтанском, понятно. Откуда ты? Или монтанском? На мужском, как вам удобнее говорить. Мужском. Понятно. Так что вам конюх нужен, да? Мужчина? Нет, мне нужно лосо и фляга. Вот и все. Ладно, если не можете помочь, до свидания, спасибо. До свидания. Здравствуйте. Ой, господи, боже мой. Так. Его явно обидела женщина. Я смотрю, у вас прям высокие отношения. Да. Извиняюсь, а вы не видели наемников? Они, по-моему, только пошли в салон, что ли? Нет? А, да. Поищите их там, лошадь здесь. Кого-то подстрелили? Почему? Чего? А, оказалось. Пошли. Да. Мистер Хадсон сбил лошадь, собачку. Как это, видимо, сбежал? Да хватит его защищать. Он намеренно наехал. Господи, я что, видела? Я предположила. Успокойся, сколько можно. Я вижу. Присаживайтесь, миссис Флетчер. День добрый. Добрый. Господи, боже мой, день добрый. Ну как там, мистер Брейтвейт? Все там нормально, не переживайте. Точно? Точно. Ну и слава богу. Жить будет? Да. Замечательно. Ладно, не буду мешать. Доброго дня. Открылся так тихо, что... Фу. Ой. Чё фу? Испугалась. Кого? Что кого? Кого? Чего? Что чего? Ладно, я запутался. Ладно, я тоже.
Я просто забыл. Ладно. Да мысль убежала, блин. Иди догоняй. Не, мне уже лень. Ладно. Ты выпила отвар? Угу. Легче. Угу. А если проверю? Стой, не выпендривайся. Еще дать? Не надо. Почему? Плохо будет. Не будет. Будет. Я тебе другой дам. Еще хуже будет. Не будет. Будет. Понадобятся деньги, обращайтесь. Понадобится узнать, куда пойти, тоже обращайтесь. Могу вас сопроводить туда. Хотите? Слушайте, вы первая женщина, кто напрашивается сходить нахрен. Столько после вас. Я уверена, что вы знаете, где это. Вы ко мне лезете, вам понравилось, что ли? А вдруг? Тогда прошу меня простить. Вы не по женщинам? А то я смотрю вас не с женщинам. Не по таким, как вы. А вы что, знаете, какая я женщина? Вы уже по себе показали, мэм. Чем это интересно? Общением. Общением? А вы не ведете себя как нахал? Я веду себя как человек обычный, который хочет вести дела, вот и все. Нет, вы не ведете себя как человека, который хочет вести дела. Вы ведете себя как маленький вредный мальчишка. Сказала женщина, которая едет на дорогущей лошади за мужиком и пытается ему чего-то доказать. Всего доброго. Нет, я не пытаюсь доказать что-то. Ладно. Все. Бет, я хочу из нее бет сделать. Но нет, полностью бет она не будет. Все, я с Грегом рпшить не буду. Пусть не приходит ко мне. Не, я не хочу. Вот, да, можете мне говорить, что, типа, перетаскивание Ирл или еще чего-нибудь. Я не хочу. Мне нужны. Конкуренции я не боюсь, потому что я знаю, как здесь достаются лошади и каких лошадей просят жители. Если он будет продавать лошадей, он очень задушится от того процесса, который прохожу я. Поэтому в этом плане насчет конкуренции я не беспокоюсь. Потому что какое-то избегание РП идет постоянное. Какое-то мне непонятное. Такие отчужденные персонажи. Это вроде не было замечено. О, давайте. У вас, конечно, пиджачок, как у бандитки прям. Да, чувствую, скоро до этого дойдет. Мужик здесь ходит, новенький, дерзкий слишком. А что за мужик? Сказал, что с женщинами-конюхами дела не ведет. Бизнесмен, видите ли. Как я поняла, лошадей ловит. Если что, Рик, конкурент тебе. А, да? Но, то есть, надо вы с ним не будете работать все равно. А он себя ведет не очень. Ну, как сказать, чтобы вести как-то дела с ним по-хорошему. Он конюх, да? А как он выглядит? Не знаю насчет конюха, но то, что он ладит с лошадьми, да. Он сказал, что он может поймать себе лошадь, ему нужно только лассо. Выглядит, ходит в жилетке такой коричневой, белая рубашка у него, грудь открыта. Шляпа такая, как у этого. Как у вас? Нет, по-моему, не такая, как у меня. А, мы, кажется, видели его. Ну вот он тут ходит раз. На Моксе чем-то да, на Моксе он похож, да. Просто приглядите за ним, я его как конкурента не ощущаю, но...
Мало ли. А то он мне говорит, с женщинами дела он не имеет, ну и он ведет себя как хам. Мало ли чего решит понятно. Учудить с моими лошадьми. Ну да, попытается, да. Поднасрать мне. Да, этого да, не надо. Я тоже, да, об этом. Да, я понимаю. Да. В общем, ладно. Ну, да, поднасрать он вам все равно не сможет, так как у вас есть мы, так что... Ну, тем не менее, вчера какие-то ублюдки ворвались. Ну, слушайте, вам-то, по сути дела, по факту-то не поднасрали. Ну, я надеюсь, ко мне не приедет младший и не начнет... Ну, именно вам, я имею в виду. Вы ж вроде бы ничего не потеряли. Там, ну, слава богу. Ну, крови немного на заднем дворе. Ну, ну да, ну, окно разбито. Ну, конь дохлый. А, ну, конь-то не ваш же конь. Не, ну, не мой конь, ну, мне отмывать. Ну, слушайте, так на мясо пустить, это ж наоборот плюс. Ну, да, это на рагу наделать. На мясо там, может, что-то в сиделе. Приедет младший там... и скажет, а где конь? Я ему что скажу, что я его сожрала? Отлично, вы знаете, вы мне предлагаете сожрать коня. Так, слушайте, я там дорогой. А Хатсон предлагал добить, да? Отлично. Не, ну, конь дорогой. Там же еще седло, седло нормальное, наверное, богатое, наверное. Вы, наоборот, в плюсе. Ну, да. Да уж. Зачем коня-то убивать-то да. такого было? Не знаю. Подонком, вот это вот интересно. Короче, я просто переживаю, чтобы он мне не поднасрал. Тем ну, более, хорошо, я буду делать этот аукцион, и хрен его знает, на что он способен. А, ну это, конечно, не, я думаю, аукционом все нормально уж точно будет. Угу. Я ж там собираюсь это, раскошелиться, вы помните? Да. Будете за лошадь воевать? Да буду, буду. А, кстати, у нас этот такой вопрос есть. А вот та серая, ну, которая будет там, ну... Вот этот, нарфолская. Пятнистая? Да, она насколько сильно хуже, чем вот моя сейчас? Мы просто вот сразу, чтобы он не понимал. Не сильно. Ну, видишь, раз, значит, нормально. Значит, стоит повоевать. Чуть послабее, но не сильно. Ну, хорошо. Не, мне просто нравится узор этот. А, да, крас красивый. Да. Слушайте, ну вот, кстати, а если вдруг я проиграю в этом... Ну, то я закажу у вас такое. Этого тогда. Тогда уже Мустанга, наверное. А, ну а Мустанг, или... он вообще мощный тот вообще? Ну, тот этот получше будет. Какой? Нарфольский. А, понял, понял. Угу. Хорошо, хорошо. У Рика намного лучше, чем тот Мустанг. Ну, я понял, понял. Ну, хорошо. Да, ладно, пойду я. А вообще, вот самый, вот по вашему мнению, выносливый там, и сильный конь? Арабские, какие? Ну, арабские, из тех, что имеются у нас, халтыкинец, нарфольский и фокстроттер. Понятно. В общем, надо... А фокстроттер это тут с белой мордой, да, был? А фокстроттеры все такие. Одинаковые. Нет, я помню, да, вы показывали да, мне да. такой еще интересный, и забавный. И у этого, у Хадсона... Фокстроттер и тот, которого я показывала, полосатая морда. Ну, слушайте, да и тот, на самом деле, и тот, которого показывали, очень неплохой. Ну, у меня будет на аукционе два фокстроттера, только не знаю, ну, масти другие будут немножечко. Один будет, по-моему, пятнистый такой же, как у Хадсона. Другой будет другой. Сюрприз, не скажу. Ну, красивый. Черный понял. Будет. Черный, ну, серый. Хорошо, ну, мы приглядим за тем мужичком. Как его хоть звать? Известный. Не знаю, он мне не представлялся, он же хам. Понял. Моксли только повыше ее. Да, вот такой. А он, по-моему, такой же рост, кстати. Как Моксли? Только худее, что ли. Может, это брат Моксли? Может быть. Моксли. Ты какой-то вредный брат. Да. А этого Моксли не видели сегодня? Я его сегодня видела. Утром. А, ты... а потом он испарился, он же должен лошадь забрать. Но он куда-то испарился. Я его искала, поехала на ферму, его на ферме не было. Не знаю, где он. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Ну да, надеюсь, он живой. Мог с любой передрягивать. Ну да, да. Скажите давай. Мне, пожалуйста, у меня шерифы сегодня спрашивали, кто был на ферме у меня вчера. Я сказала, что приехали, ну, мы вы. Были, мы были, да. Да, я сказала, что приехал, говорю, Раст и Рик. Они говорят, нет, угу. не Рик, другой приехал. Я говорю, нет, поехал Рик. Он мы сказал, были, что Рик, Моксли Рик. Сказал, что приехал другой человек. И мне показалось, что, может быть, я не должна была говорить, что Рик приезжал.
Так а что, не должно быть? Вот, я не знаю. Как-то... Вот да, я просто, ну... Не-не-не, ну мы с Триком приехали, и Мокси вроде как потом подъехали, что-то такое. Нет, вообще, там имя началось? Вообще другое. Разве это? А? Мокси что-то... Мокси что-то там... Нас позвал куда-то до дома. Мы поехали до дома, и потом он услышал какой-то выстрел. А, ну это вчера. Да. Два выстрела. Два выстрела. И мы такие... Что-то... Он говорит, слушайте, парни, там какой-то белый конь еще поскакал. Ну, от вашей фермы. Ну, не белый, а какой-то серый, что-то он такое сказал. Ну, мы такие, ну давай мы вдвоем на ферму к мисс Флетчер, а ты тут поскокай в округе. Ну и все, и мы поскакали, смотрим, там конь мертвый лежит. Этот лежит, мы сразу нацелились, ну, смотрим, думаем, опять какие-нибудь такие ублюдки, как в прошлый раз напали. Думали, сейчас перестрелять, и вы на меня целитесь, и вы такие, оп, да не туда, там один раненый в лесу, и мы поскакали, ну... Ну, что-то мы и лес обскакали, и все, и в сторону болота, что-то, блядь, нихера. Ну, да. Такие дела. Ну, все живы, по сути дела, кроме коня. Конь тут дорогой, да, был, наверное? Ну, бакса 250, наверное, да? А, нет, меньше? Он не стоит столько. Он будет чуть-чуть дешевле. Просто, да, это их жеребец был, но у них такой же жеребец родился, точно такой же. Поэтому, конечно, потеряли, но разводить смогут дальше. Ну, понятно. Ну, хорошо, посмотрим, в общем, за этим мужичком. Спасибо. Всё. Давай, ладно, до встречи. Патрик, да? А, ну, видимо, так, слушай, ну, видимо, так. Ты чё, собака, делаешь? Ну, слушай, ну всё равно, знаешь... Да, чё соперник? Долбани! Я этим, в общем, занимаюсь так, для души, знаешь, просто расслабиться. Evening, man. Так, что? Да ничего, все, я наигрался. Да, слушай, и правда, это карма, реально, блин. В общем так, за конкуренцию я не переживаю. Ну просто что-то, блядь, как Грег как будто обходит какой-то стороной моего персонажа. Или он всех так стороной обходит. Я что-то не понимаю. Я как-то по-дружески хочется с ним за РПшить что-то это. Ну нифига. Я все. Все. Я обиделась. Я думала, что-то вместе с ним будем мутить. Но нет. Ну, конкуренцию сделать. Но за конкуренцию я не парюсь. Потому что я настолько, блядь, хитрожопая зараза, что я знаю, что, как, где провернуть. У меня уже столько, блядь, планов всяких есть и выкрутасов. Ну что, так просто... Мне просто, блядь, обидно, что со мной никто этим делом нормально не хочет заниматься. И, типа, нормально подключиться ко мне тоже, блядь, никто не хочет. Все, короче, я вам буду жаловаться сейчас. И я просто одна. Хотя эту всю тему можно было раскрутить ровно так же, как и раньше Эмеральд. И то, что ты, Серега, говоришь, типа, не включай Бет, я хочу, чтобы она стала как Бет. А чё толку, блядь, быть хорошенькой как здесь? Ты мне скажи. Страха, да, вы можете, какой, да. Какой да, хорошенькой да, здесь? Мы пошли должно... в банк. Вот. Да, аккуратней, парни. Это сначала надо... Тут такой пиздец происходит, с ней все равно как-то не очень контачит. Я вот единственное, что надеюсь, что, конечно же, блядь... Исполин вместе с землячком уже передумали меня грабить. Хер его знает, может, и будут грабить. Но, в общем, просто все нахер. Опять я одна, блядь. Грег просто не представляет, чего мне стоит задолбывать админов. Как я это делаю, блядь, чтобы получить этих лошадей.
Ну, вот поднасирать он сможет, да, я знаю. Ну, я как бы посмотрим, как он будет поднасирать. Я уверена, что он будет поднасирать. Посмотрим, как он это будет делать, но... Типа что? Это вот такое вот общение будет? Никакое? Ну, вообще общаться не будем. Просто проходить мимо друг друга? Блядь, заебись. Ну, каких-то всех таких персонажей делать, я не знаю. Как будто я реально сейчас буду у него требовать интим отыгровки. Знаешь, что у него есть Амидай? Как бы, что я буду уводить друга друга? Hello. Все, теперь я почитаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, обворожительная Элис. Здравствуйте, ее кто-то отменный, кстати. Ваше появление натолкнуло меня на стихи. Блять, как... Я внимательно вас слушаю. Если вы не против, я за столом посижу, послушаю вас. Ну как я могу быть против, царственная госпожа? Ну, конечно, я не против. О, господи, госпожа, хоть тут у меня говорит госпожа. Итак, так, еще один глоточек. Пустое вы сердечным ты, она молвость заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю я. Боже, после таких слов вы должны на ней жениться, сэр. Простите, это, вы меня уж напугали, я вас не приметил. Ничего страшного, я просто стою за вашей спиной. А, спасибо, что оценили эти стихи, да. Как-то мне не вяжется ваш патронтаж и стихотворение. Вы, что вы еще вы делаете? Может быть, танцуете вальс? А я беру и выстреливаю рифмы, как патроны. Чу-чу-чу-чу-чу. То есть у вас в этих... Я ем, блядь, видите, нахуй? Патронах, пулях рифма? Ем и смотрю на потолок, знаете, на женщину. Я рифмую каждый раз, когда выхожу на охоту. В этом мой секрет. Ну, главное тогда, чтобы вам... В голову рифму. Она ее, блядь, как-то ломается в нее, я не знаю почему. Вы меня поставили, право слова, в двоякий творческий тупик. С одной стороны, я обязан сказать «да», потому что мне, как творческому человеку, должна прийти рифма, но с другой стороны, я должен сказать «нет». Она ее прячет, чтобы ее никто не стырил. Рифма здесь выступает. Или может она делает видимость, что она ест, сама выкидывает. Выступает, сэр, да, выступает. Мононимом пулевого патрона. Тогда я так отвечу, и дай... Да, пожалуй, что... Маршал Дивайн, очень приятно. А вас как зовут? Меня зовут мистер Джет Гасс. Всё, пока! Мистер пока. Джет Гасс. Я тут услышал, что вы сказали, да, что вы обращались с шерифом, они вам чем-то не помогли. Как же так? Ну, я полагаю, это тесно связано с тем, что он достиг определенной ступени нравственного падения. А в чем же вам нужна помощь? Неужели в стихах? Че пристали, блядь? Пусть теперь-то уже, к сожалению, пока. Она мне вряд ли понадобится, но тогда была остро нужна. Понятно. Ну, а насчет стих... Я шел с охоты. Ну, с охоты на меня... Меня окружили три вооруженных человека и лишили некоторых сумм. Вас ограбили? Да. Скажем так, изъяли некоторые мои финансовые средства. I can work with a strong silent type. Don't you worry. Их не поймали, получается? Знаете, в этом городе слово «поймали» — это такая анекдотичная вещь. Вы лучше бы спросили, их вообще ловили или нет. А-а-а. Оксюморон, получается, да? Да, оксюморон, совершенно верно. Понятно, сэр. Еще раз, как у вас там...
Все называют меня мистер Джет. Джет Гасс, точно, Джет Гасс. Ну ладно, надеюсь, вы с вашим напарником откроете букинистический здесь магазин. Но на вашем месте я бы открыл бы магазин, который торговал бы флягами и пласо. Их не найти в двух городах, в которых сегодня был. Роудс и Сен-Дени, к сожалению. Когда вы пришли по адресу, охотничья компания мистера Джеда готова вам предоставить лассо в нужном количестве. Конечно. Ну хорошо, сколько у вас она будет стоить? Вы знаете, так как вы человек новый, я смотрю, хорошо образованный. И хам еще. Так слог поставлен. Я позволю вам назвать свою цену, а потом мы по доброй американской традиции начнем торги. Сколько стоит у вас лассо в вашем магазине, когда он продается, когда оно в наличии у вас есть? Ну, я готов продать его, скажем, за 15 центов, как вам? 15 центов? Дороговат? Давай за 13, давай за 33 штуки куплю у тебя. А, вот оно как. Ну, видите ли, учитывая, что у меня очередь еще на 3 моих лассо, я пока могу продать только одно. Тутур, я его обожаю! Но послезавтра могу продать еще 2. Хорошо, одно, ну давай за 14 центов. Хорошо, хорошо. Вы знаете, я бы честно предложил бы и за 13, но это плохое число. Поэтому 13? Пусть будет 14. Ну, можно за 12 предложить, она получше, это дюжина. Проклятие, проклятие, но вы право слово. Ну ладно, 12, только потому что вы хорошо торгуетесь. Хорошо, сэр. Сейчас где мне вас найти? Я смотаюсь в свой магазин. Смотаетесь за лассо, да? А вы поэт действительно, сэр. Да, я смотаюсь, намотаю, размотаю и примотаюсь прямиком к вам с намотанным лассо. Хорошо, я буду ждать. Главное, что вас не ограбили на лассо. Видимо, хорошо, тогда на рассвете ждите свое лассо. Хорошо, а может быть ваши охотничьи в этом подряде... У вас еще бинокли продаются? Подешевле, чем в этом магазине? К сожалению, у местного торговца монополия на это дело. Понятно. Ну ладно, тогда буду ждать лассо, сэр. Я снабжаю город большим количеством еды, так что у меня есть священное правило – правило пяти. Правило пяти. И что каждый прибывающий в город человек может бесплатно получить 5 кусков жареной оленины. Интересует? Серьезно? Нет, шучу. Серьезно, конечно. 5 кусков жареной оленины, мне кажется... Это добротное вложение в будущее, знаете ли. И что, я просто ничего из-за этого не буду платить? Вы просто дадите мне 5 кусков оленины жареной? Вы знаете, будь у меня на руках кошка, я бы погладил ее и сказал, что когда-нибудь мне понадобится ваша помощь, и вы назовете меня другом. Ну да, 5 кусков оленины действительно действует лучше, чем клятва на крови. Ну давайте, сэр, приму ваше... Просто... предложение. Значит, на рассвете 5 кусков и, собственно, лассо. Жарено ли? Не надо, мне свежее не нужно. Жареной, конечно. Жареной, теплой, ну прямо с костерка. Договорились, мистер Джет Гасс. Прекрасно. Прекрасно. Вас интересует молоко? Здесь? Я бы молока бы вам продал. Ваше молоко есть? Да. Сколько... Нет, давайте сначала разберемся всем, что есть, иначе вы мне продадите, сейчас все мои деньги заберете у меня. Эх, ладно, если честно, в этом-то и замысел был. Но вы человек экономичный, да? Да. Просто, когда мне появятся деньги, куплю у вас и молоко, и все, что у вас есть. Прекрасно. Лассо и 5 кусков на рассвете. Где тогда встретимся? В салоне? В салоне здесь, да. Замечательно. Договорились. Тогда до рассвета, сэр. Договорились, сэр. Джентльмены, мэм. Мэм. Ну, хорошего. Ух, чувствую, у меня теперь дела с молоком-то пойдут. Вы молочник, что ли? Я? Да нет, я граблю священника, перевозящего молоко, а потом продаю по дешевке. Я пошутил, простите, не смог удержаться. Нет, разумеется. У меня просто осталось 2 бутылки еще от одного джентльмена, который не смог расплатиться наличными. Пиздец. Понятно,
Это Фьюри Фокс стоит. Да нет, она просто чья-то дама сердца. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Сука! Я не чувствую сердце. Я не чувствую руку. И я сама так решила. Как там было? Тра-та-та-ра-та-та-ра. Да. В общем, я начинаю подумывать, блядь. Что у меня просто, может, хуёвый перс. Неинтересный какой-то или что, блядь, я уже не знаю. Ещё, знаете, не хватает фразы от всех игроков. Типа, не думай. На самом деле, это дело не в тебе. Дело в нас. И это будет полным доказательством, что реально проблема во мне, блядь. Что может просто не надо липнуть к этому хамлу, закрутить роман, и он сам ползет. Да не приползет, это Грег, блядь. Это Грег, он не будет ничего этого отыгрывать. Успокойся. Это было бы очень забавно, комично и смешно, если бы два токсика, блядь, плюющихся друг друга, закрутили какой-то роман. Это было бы реально очень... забавно, прикольно наблюдать. Грег просто на это не согласится. Хотя я уверена, что это очень многим понравилось бы. Чисто как для зрителей повтыкать. О, Моксли, блядь, сейчас приду. Я не хочу романсить с Грегом. Так а тебе кто говорит? Ты бы вот мог заромансить. Так ты что же, блядь, как Грег? Сколько два льва придурочных. Ивгею скучно в РП. Иногда надо что-то какие-то эмоции мутить, чтобы было забавно. Я не знаю, мне вот на Ханове было очень угарно, когда вот пошла эта мутка, типа, когда она с Майклом погуляла. Потом... Потом устроил цирк, ну не цирк, а разборы устроил этот, Клиффорд. Мистер Моксли. Кто бы ему еще помощи оказал? Это было очень прикольно. Вот такие вставки, они реально очень прикольные. Не знаю, почему, ну, блять. Никто на это не обращает внимания, но вот эти вот эмоциональные различные всплески, это очень забавно бывает. Тем более, когда ты стример, это всем нравится. Но все равно никто не хочет это замутить. Мистер Моксли. Да. Вы куда пропали? Я отъезжал в Blackwater. А что? А, вас тут разыскались. Ну, лошадь-то вы как бы это самое... Сегодня уже готова? Я ее вчера пригнала. Ну что ж. Мистер Эппи видели сегодня? Нет, не видела. Ну, к сожалению, те $20, которые я должен вам заплатить, лежат у меня в банке, поэтому... Вы не против, если у вас пока лошадь побудет? Да нет, не против. Хорошо. Ну что ж, как только он объявится, я заберу деньги и к вам подъеду. Хорошо. Лиз, закрой. Да. Однако быстро получилось. Благодарю. Не ожидал. Брайтвейта не видели сегодня? Нет. Верно. Ладно. Как вы-то сами? Нормально. Нормально. Но это самое главное.
Да. Да. Ну, в общем, ладно, если что, тогда найдете меня. Да, вы знаете, да, обязательно, на месте. Обязательно. Ага. Ой, извините. Так, все, рассуждение, обсуждение, блядь. Короче. Я считаю, я вот, знаете, вот я очень хотела бы, но почему-то у нас все парни какие-то, блядь, извиняюсь за выражение, ебанутые, придурочные и, блядь, перепуганные. И не знаю, почему никто не хочет реально отыграть какую-то интрижку. Это не имеется в виду, что будет какая-то вот эта вот сопли розовые, блядь, слезы и там «Я люблю тебя!» Типа тот «Нет, я люблю тебя!» Или тот «Да я люблю себя!» Что? Кусай, а? Вот. Нет, не вот эту срань. А типа «Оля, погоди, Оля, принеси мне попробовать немножечко». Взбей хорошо. Опять доверху погружена? Ты ее сломать хочешь, что ли? Она плохо сгибает из-за того, что вентиль, который у нее стоит, он по бокам не сгибает. А, ну так потому что это же для коктейлей вся штука. Ну понятно, да. В общем, извините, я тут, короче, да, у меня сестра младшая паштет делала. Короче, нет, не это, а вот такую лайтовую тему. Вот, блядь, у Клэр и... у Клэр и у этого, боже, как его, Джон, Джим, по-моему, его звали. Вот там охеренная тема была, бля, жалко, что этого не видел никто, реально, вот там прям красиво все было, прям вот реально было, сука, красиво. Были и серые какие-то будни, и еще какая-нибудь херня, но и были интрижки, и это было очень круто. Вот было, это были эмоции, это очень разбавляло, классно. Ты прям вообще мазни, может, я его не съем. Вот, так... Здравствуйте. Здесь было бы тоже прикольно, если бы что-то на какой-то вот такой вот херне вылезла какая-то мутка, например, да, какая-то интрижка. Вот реально, если, прикиньте, да, вот они два... Двое, которые друг друга готовы убить, а потом в итоге они там, блядь, реально заромансят. Это просто угарно будет. Это будет угарно, это будет мило, и, блядь, будет что посмотреть. Так, секундочку. Ой, нет, Оля. Оля, нет, понимаешь, не то, что невкусно. Я ненавижу. Вообще. Много. Вкусно? Короче, вот так. Никто не хочет этого всего, блядь. Ой, хера. Слышишь, я не говорю, что делать, типа, основной акцент на каких-то мутках. Просто, типа, разбавлять серые будни вот эти. Это было бы прикольно. Я говорю, до сих пор, вот, клевый пример для всех, кто видел. Это когда... Это когда этот Ханови замутила немножечко с этим, господи, Роном. Как его звали-то, блядь? И потом пошло-поехало вот эти вот муточки, когда она интрижку начала ему там скандалы закатывать, но не скандалы, а ревности. Когда он с девчонкой другой там мутил. Потом в итоге Клиффорд такой, ага, тоже вот это вот. Это было очень прикольно, это было клёво. Вот этого вот прям хочется. Этого хочется. Хочется. Макл, да. Стрельба, да, неплохо разбавляет. Но если ты мне не умираешь, конечно, отлично. Никто этого не делает. Почему? Это было классно. Между прочим, у Сереги, в общем, очень круто получилось так поднапрячь эту всю ситуацию. Это было, блядь, безумно здорово, когда он такой, типа,
ножом такой ткнул, и Ханой такой, о, где дверь? Где? Это было очень мило. Было классно. Люблю эмоушен. Need emotion, ёбаша налила. Все просто играют. Давайте поиграем эмоциями. Поиграем. Что-то попридумываем. Все такое. Пошел. Блять, опять собаку передаю. Нахера здесь запомнили этих собак? Нахера они здесь нужны? Они же просто стоят посреди дороги и все. Главное, какая деловая походка. Бладранец весь такой.
Никогда не любил эти допросы. Да я сам не люблю эти допросы. Да ты спрашиваешь, как будто не местный, как будто не знает. Смысл, я знаю, что их нету. Кантемир не зашел, а пингвин выгорел. Да. Перегорело, да. Не знаю, я не спрашиваю. Пингвин пригорел. Младший Брейтвейт. Бывает, только вот, блядь, вторая лошадь там, свести лошадь я не могу, документы у него, ну, кто так делает? Так не делаются дела. Подвязывается так РП, а потом такой, ну, все. Вот. Закончи тогда какие-то дела, и этот, прям вот, ну, вот все, ну, вот просто. Это понимаете, это как, блядь, варить мясо и просто его не доварить нахер. Жри его полусырым. Ну как это? Я писала. В смысле? Я надеялась, что мне Кантемир как-то доиграет вместо него. Кантемира подбили. Но он мне не ответил. Просто как поняла, что его как минимум неделю не будет. Ну, должна была пару забрать. Я вообще должна была хотя бы свести ее. Я могу очень нагло поступить. Я могу пойти туда в конюшню, потому что там знают. Что это кто такой? Я могу пойти туда в конюшню, там же меня знают. Просто типа свести лошадь с жеребцом и уйти. И не сказать. Нет, это отец. Отца ранили. Да я же говорю, их вряд ли они есть. Ну, поехали съездим. Давайте, давайте. Поехали, скатаемся. Странный дождь.
Нет, он там не будет. Вряд ли. Я не думаю, что Кантемир зайдет и будет типа валяться в постели там один. Был бы хотя бы сын с дочкой. Да ёлки, мать его. Нет, там такая дочка, она вся такая папенька, папенька. Она не решает ничего, она молодая девочка. Ну, кстати, ну это вообще как вариант. Но я такая, типа, зайду в конюшню. Ибо, блядь, уплачено за случку. Типа, без них отыграю. Ибо за случку уплачено. Брайтвейтом едете? Флетчер? Угу. Ну да. Вы тоже? Ну да. Поэтому я в праме. Я знаю, что держат, их не держат без присмотра. Но там вся охрана знает, а миссис Флетчер, она же приходит туда ухаживать за лошадьми. Я туда приезжаю ухаживать за лошадьми, с жеребятами. Я развожу им лошадей. Понимаешь? Можно воспользоваться тем, что охрана, ну, в общем, короче, этим можно воспользоваться. Томас. Mm-hmm. Если тебя не затруднит, можешь, чтобы нам на полоску не заезжать прямо к дому, а здесь по объездной дороге отвезти ее куда-нибудь в сторону Фаниста? Серёж, ты вот как будто не слышишь, она здесь работает конюхом, им пизда. Блядь, если я начну стрелять, у меня... Этого типа не должно быть на самом деле, ребята. Ну здесь такая охрана ебанутая. Блядь, только не говорите, что вас нокнуло. Это просто здесь дебильные неписи, они триггерятся прям жесть. Неписи пиздец как триггерятся. Я не знаю, как они здесь, бедолаги, отыгрывают с этими дебильными неписями. Ну вот, они отыграли как надо. Наверное, типа... не понравилось потом. О, понятно. Я не знаю, что они сделали перед неписями, что они сагрились. Тут, по-моему, на самом деле ничего и особо и не надо. Делай, чтобы они согрелись. Морковка. Табак.
бедный Томас там. Я вообще хотела отойти умыться, честно говоря. Это серый конь убежал? Да. Слушайте, дайте я отойду. Николас определенно не узнает, где я. Ща, ребят, я хочу пойти умыться. Гляньте, какое охеренное место. Все, сейчас приду, ребят.
Так, ребята, я здесь. Там рядом с тобой опять стрельба была. Осторожнее, возможно, не псягаться теперь на любого игрока. Ну, судя по всему, походу, в неписи всех перестреляли. Ну, не так. Вон они уехали. В общем, блядь. Как поступить правильно? Ладно, давайте я обдумаю. И завтра, если что, отыграем. Потому что, ну, как бы да, пардоньте, за случку уплачено. Вообще? Одного жеребца убили. Нихера себе. Одного жеребца убили. А другой жеребчик у них есть. По сути, хотя, блядь, они же мне платят за случку. Они должны мне заплатить. Привет. Типа я могла такая, типа, мол, свела их лошадей и заодно свою лошадь покрыть, типа, не знаю. Грег, спасибо за рейд. Сейчас, секунду. Меня зовут Вайс. Привет, привет всем. Так, все. Брейтвейт, не знаю, нету его. Да я знаю, что он не будет заходить. Интимир, наверное, просто сейчас, мягко говоря, в шоке. Ну, думаю, понимаете, как грубо говоря, звучит. Поняла. Ну что, блядь, рофлить или что? Я что-то не понимаю. Не, давайте Грег, если напишет. Тогда окей.
Там ситуация интересная. А-а-а. Как бы вы сейчас намекаете на откат, понимаете? Откаты мы не любим. Поэтому... Это надо, чтобы весь сервер его забыл, понимаете? Да-да-да-да-да. В смысле? Он же, блядь, залетел на персонажа. В смысле, не одобрили? Чё-то нихера не вдупляю. Вы что, ненормальные, ребят? Идите нафиг, блядь, вы что вот эти шутки шутите, да? Так, блядь, я сейчас сама у Грега спрошу. Ладно, я не вообще. Шо? Ни хера не понимаю вообще. Она с него не сводит глаз и молча льет в подушку слезы и пишет строчки о любви и тут же жжет. Она еще не поняла, она еще вполне серьезно надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь. Давайте чатик, весь, все вместе. Ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не слышим. Не ты. Блядь, ща, ребят. Сука, ты порвал мне песню! Thank you.
Она слепа в любви своей, не слушая чужие сплетни, и пишет строчки о любви, и просто ждет. И в общем безразлично ей, с кем он проводит вечер летний, надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь, уйдет любовь, как дым. Это было бы очень красиво, блядь, я честно, если бы вот так вот пошло дальше. Было бы забавно. Можно было бы такие нарезочки сделать. У него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым. Ведь у него в мечтах не ты. Все, погрустили и хватит. Какой? Когда бабушка поехает, да. А я по полюшку бегу к тебе. Да, вот это, да, когда она пошла за дедом. Ты шо, конечно. Это было очень классно. Блин, ну это же был, вот согласитесь, бабоня и дед. Это же реально было вот классно. Вот, вот эти вот эмоции, вот это вот все, это было здорово. Даже на стариках тех же. Это, блядь, было классно. Это было классно. Я хочу так же. Я хочу с кем-то вот тоже такое же отыграть. Почему со мной никто не хочет что-то такое отыграть? Не видел момент, где бабоня по полю идет? Да, вон, по полюшку. Ты что? Все девки бабу Боню держали. Мужики воевали, в рот защищали. Двадцать два, двадцать два. Загадываем желание. Иди сюда. Сюда заходи. Иди, иди, иди. Иди, ты молодец. Меня же не придави! Да, 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 понимаешь? Ну вот вы, ребята, ну вот согласитесь, что это было бы, блядь, прикольно. Да никто же не говорит, что типа не надо стрельбище устраивать там или какие-то заварушки, какие-то что-то, чего-то. Нет, просто эмоции иногда, они очень классно, блядь, дополняют все это. Очень классно дополняют. Мужики не умеют отыгрывать нормально. Просто-напросто. Что с ним взять? Он. Байтесь, чилаута хотя бы.
создает какого-нибудь персонажа. Эдакого. Ну, хотя у него и священник хороший. Да, кстати, не помню священника ни одного, что прям вот так вот проповеди такие вел, все такое. Сделал момент, когда я говорю, что хочется в РП, помимо пострелушек и грабежей и прочей рутины, блядь, каких-то эмоций. Вот помните, когда с этой, блин, было Клэр? Когда Клэр плакалась Птолемею со своей биполяркой, блин. А потом такая, эхаха. Блин, это же прикольно было. Прикольно было. Здесь можно было бы то же самое замутить. Ну, ну чё, вы не хотите подобного? Это же, блядь, ну почему? Почему? Я не могу так, блядь, с воздухом делать. Не могу. Дайте мне повод. Дайте, дайте мне. Я же актриса. Мне нужно. Повод. Кто, сука, шляется? Та-та-та-та-та. Там даже я не, даже первый случай, когда был у нас, когда первый раз она плакалась ему. Самый первый раз, когда он с Клэр, вот, там тоже оборжаться было, блядь. Как она ему, такая с ним спокойно, спокойно, потом как начнет реветь. Ладно, давайте еще в город прокатимся, и я не знаю. Зачем мне идти в дом? Я на Грега обиделась, все. Все, я на него обиделась. Все. Я с ним играть не буду. Он, блядь, на этом меня избегал, блин. Теперь еще на... На этом, блядь, тут на меня вообще, что за нафиг? Не буду я с ним играть, я на него обиделась. Все, я переношу Ирл РП. Да, в доме дед там постригал. Грешна ли ты, дочь моя? Сейчас мы проверим. Теперь мне заела эта песня. Хотите, я вам покажу фрагмент, где Клэр прощалась с Джимом? Если кто-то помнит Джима. Все помнить должны Джима. Или как она призналась ему, что она беременна, и он охерел. Конечно, признаваться в этом было немножечко кринжовенько, но так, в принципе, прикольно, эмоции такие. Особенно у Джима прикольно, он такой сначала такой весь, а потом что, что? Бля, было забавно. Не, Бейкер красавчик, он хорошо отыгрывает на самом деле.
прям, да. Все, я уже, блин, столько его расхвалила вообще за последнее время. Спина. Спина. Не умеет что? А, это из наших, в нашем стаке, блядь, вообще заколебано. Ты же про эмоции имеешь в виду? В нашем стаке такие. Исполина, медаль вообще целка. Ну, как, ну, я в плане того, что он целый. И это бывает, конечно. А, ну, так естественно. Про большого Джонса. Куда Нэши подевались? А, они куда там собирались уезжать. Джима сложно забыть. Заходил каждый день и угрожал, или сорвалась, наверное. Просто не видела. Я знаю, просто вы не видели, какие там страсти у нас горели, блин. Сколько эмоций было. Там, там и злость, и наглость, и хитрость была, блин. И вообще очень прикольно было. Ну, я Клэр записывала последние, по-моему, игры 4 я записала. Потом я такая думаю, введу Аврору, короче, буду стримить. Но нет. Но нет! Ну ни хрена. Мисс Флетчер. Не стримила, дурная. Да. Я хотел узнать, это, конечно, вопрос необычный, но нет ли у вас на хозяйстве лишние фляги? Вы для этого хама ищете флягу? Нет, у меня нет фляги для него. Это не того, кому да. Я лосо продаю. Угу. А, нет. Это мне, потому что я пользуюсь бутылкой, и, кажется, я ее разбил. Нет, нет, у меня лишние фляги, к сожалению. Понимаю, понимаю. Знаете, я хотел узнать, а вот я как-то заходил в бакалейную лавку и видел, что там в продаже молоко. Это не вы поставляете? Я. Вы? Угу. Я хотел узнать, а вы напрямую не продаете в бутылках? Продаю минимум от 4 бутылок. Хорошо. И сколько вы просите за 4 бутылки? 40 центов. Понимаю, понимаю. А если я возьму 5 бутылок у вас? Не, не пойдет. Так что-то я не понял. От 4, но 5 нельзя. 4, либо 8, либо 12. Да вы предприимчивая барышня. Можно узнать, а почему так? Это какое-то правило, закон 4. Удобно. А, понимаю. Хорошо, я буду иметь в виду. Я просто, знаете, хотел одному джентльмену из Блэквотера продать молока, а для этого надо купить молока. У вас же нет возражений? Нет. О посреднических продажах? Да не вопрос, мне все равно. Все хорошо, прекрасно. Значит, это не главное 4... мой заработок на молоке. Конечно, Лена, понимаю. Конечно. А правда ли, что вы продаете лошадь за $9.5? Это кто вам такое рассказал, интересно? Ну, мне сказала одна барышня. Нет. Это правда? Нет, вам наврали. Жаль, а я купил бы. Ну, просто это цена, так сказать, красная. Не хотите в Blackwater скататься или в Валентайн? Поищем вам флягу. Вы знаете, я сегодня не могу, но я планировал завтра поехать в Валентайн как раз. Ну ладно. Что, в Валентайне, так сказать, ассортимент неплохой? Возможно, есть фляга. Ясно. Но если вы там окажетесь раньше меня, и вас не затруднит купить лишнюю флягу, я буду вам безмерно признателен.
Ну, сегодня я просто вам предложила. Сегодня я тогда не поеду никуда. Понимаю. Ну, тогда я завтра сам постараюсь купить. Спасибо, что направили меня. Здесь. На нужный... Здравствуйте. Как вы? Я выпил, я нормально себя чувствую. Это здорово. Да, вот. На столе все бутылки, которые я сегодня выпил. В ряд их выставил. Лызи. Как солдат. Это замечательно. Как говорится, удачного вам питья. Да, спасибо. Рад был побеседовать. Кстати, мисс сэр, Флетчер, вам пойду. Лошадь нужна? Ну да, мне вот что-то предложили лошадь за $35. Это кто вам предложил? Это как, джентльмен с бородой. Знаете, сколько здесь джентльменов с бородой? Еще раз, что? Здесь много джентльменов с бородой. А, он носит два револьвера. Два револьвера? Ёб твою мать. Ух. Ладно. У меня нет револьвера. Ну, в общем, у меня будет на следующей неделе аукцион лошадей. Можете попытать удачу. Да прекрасно. Я бы купил у вас лошадь за 15 кусков жареного мяса. Миш, вы же богатый, как я понял, да? Натуральный обмен, он как бы там у вас не котируется. Да вы аукцион проводите там, что-то такое, при деньгах, да? Если проводить аукцион пустых бутылок, это тоже не значит, что вы при деньгах, если у вас будут пустые бутылки. А я аукцион не устраиваю. А могли бы, кстати. Бутылки так-то в цене сейчас. Сколько? Сколько? 18 центов вроде стоит одна бутылка. Купите их, на столе лежат, вы. Мои, да. Да, тут мальчишка бегает, он собирает бутылки. Можете с ним поторговаться. Чего мои бутылки будут воровать, мразь? Малолетняя, мы больше... Не, я говорю брать. Поторговаться с ним. Чё? Может, он у вас купит. Это ничего, денег дайте. Вам не стыдно у женщины деньги просить? Ну вы в пульте таком-то роскошном. Каком роскошном? Вы издеваетесь? Ну дырок-то нет-то от пульта. Значит, новые. Или старые, но хорошие. Хорошо ухоженная. Ну дырок нет от пульта, да. Да, хорошо ухоженная. Ну и не нарываюсь на пули. Да, дайте $1 хотя бы. Без... Можете пойти обратиться к шерифам, может, они вам помогут деньгами. Ну дай на пиво хотя, 33 цента. Самое дешевое. А что, жалко, что ли? Вы не христианку? Или вы как эти там, эти, в Бога не веруете, да, наверное? Ну, все ясно с вами. О! Да, да. Спасибо. Благослови вас, Господь. Да, да. Благословите вас, Господь, да. А бутылки я заберу, да. А потом ты мне говоришь, блядь, что я... Почему я бэт включаю? Бет здесь не хватает со своей компашкой. Надо делать новую Бет. У меня, кстати, есть почти все для этого. Кроме сестры и дурного брата. Бет 2.0, да. Более лайтовая версия. Бет такая, что она бы рвала в клочья. Это мы с Бет еще до пыток не дошли. Элис, конечно, вряд ли будет какие-то такие пытки устраивать.
Заскриньте, пожалуйста. Ну, не считай, конечно. Да. Добрый день еще раз. Добрый. Я слышал, что у вас на ранчо случилась беда. Ага, такое ощущение, что больше ей негде случиться. Да. Мистера Брэдвейта ранили. Он чудом живой остался. Ну, слава богу. Да. А кто ж это сделал? Понятия не имеем. Два человека каких-то. Смельчака. А вы их видели? Я только одного помню. Второго я плохо видела. Да, что-то у вас, конечно, раньше. То маньяки в гости приходят, то людей пытаются убить. Да, лакомое место. Можете там палатку разбить. Глядишь, быстрее книгу допишите какую-нибудь. Ну, я вообще планировал у вас поработать. В смысле, кем? Писателем? Нет, нет, я видел на доске объявление, вам нужен... Вы уж простите, конечно, я понимаю, что опускаться уже ниже некуда, но денег нет. Поэтому по поводу уборки закона, поилок, кормушек. А почему сразу опускаться? Работают все, кому получается. И я просто считаю, представляю, что, прям... что будут говорить в Роудсе о том, что Бенджамин Райт, писатель, убирает загон. Ну, хотя мне все равно, что будут говорить. Мне нужны вот деньги. Именно. Вы знаете, слухи тут ходят о каждом жителе разные. Вы слышали, что даже говорят о банкире? О, да. Ага. Поэтому я думаю, если вы будете убирать загоны, это даже не заинтересует жителей. А сколько вы за это готовы платить? $2 за работу. В день? Ну, пришли, один раз поработали, убрали, раскидали сено, налили поилки, все такое, и все, $2 получили. Ага. Ну, это отлично. Я готов. Мне нужно будет, конечно, только нужно купить вам одежду, иметь в виду, что, да, вы видите, что там будет твориться у да, меня. Будет. Да, да. А, вы в думаете, смысле, вы хотите сказать, что опасно? Да. В смысле что ушел? Мне взять? Кому я нужен? Ну, в общем, ага. Да. А когда приступить можно? Да хоть... Сейчас, если вам подходит время, сейчас... можете завтра. А может, не без завтра. Разницы. Да. И еще бы хотел знать, где ваш раньше. Там ни разу не был. Сколько раз я пытался к вам прийти в гости. За моей спиной, через лес, сразу раньше. Через лес, сразу раньше. Нет, ты чего? Он не белый в Дискорде. У тебя глюк. Собаки есть? Да, две молодые собаки. Но они такие, не грызутся. Он а, не белый. Хорошо. Ну тогда давайте договоримся так. Завтра я вас найду, вы это самое отвезете меня туда и скажете, что не находится, что делать. А к этому времени я уже буду готов и. Да, не вопрос, одежду. Хорошо. Хорошо, благодарю вас. Вы не видели миссис Тэш? Они были, они куда-то уехали, я не помню, они говорили, что уедут куда-то. Блядь, да в смысле, у меня ну, он рыжий, что? Вот. Ну ладно. А, блядь, да, я кликнула. Всё, спасибо большое, Свочек. Да, и вам. Блядь, ну нафига? Ну что? Ну почему? Ну, блядь, посрать.
Ой, у меня нет слов. Давайте, ребята, заканчивать, пока не стемнело окончательно. Уже 11 часов. Я, возможно, чуть попозже подрублю фазмофобию. Сейчас я уточню, ребят, что мы договаривались часов в 11 поиграть. Твою мать, блядь, ну отличный же игрок был. Твою налево, ну что, почему? Да, да, ребятки, поиграю немножечко. Что вообще появили-то? Ну, его заказали. Его заказали. Как я поняла. Его заказали. Просто момент такой, что ему смерть прописали в МИИ. И ему ЦК прописали без, как я поняла, без одобрения администрации. Я не знаю вообще, да, нет. Ну, вроде как без одобрения администрации. Ему прописали ЦК. И человек, персонаж, которого я грохнула. Да, я в голову целилась, но я каждого жителя предупреждаю, что я, блядь, за срань какую-то на ферме буду просто убивать, блядь, если у меня будет что-то творить на ферме. Грохнула парня, он просто с ног встал и поехал. Кантемир писал администрации, но, как я поняла, ему то ли не дали ответа, то ли что. Потом вот меня Суваров звал в Voice. Я спросила, надолго или нет, потому что я, ну, с вами вот здесь была. Он сказал, что играет когда попозже. Ну, я вот сейчас, наверное, пойду с ним разговаривать. Узнаю, что и как. Ну, блядь, мне очень жалко, что Кантемир вышел, потому что... Ну, ёб твою налево. Типа, вай. За что? Как? Звучит как дичь. Ну, звучит так оно и есть. Теряем людей. Блядь, ну, просто что это? Почему? 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 Я боюсь, что он, наверное, может, он общался. И игрок хороший, и персонаж, да. Он отыгрывает хорошо. Кантемир реально классно отыгрывает. Очень классно отыгрывал. Твою мать, ну... Ни хера не понимаю вообще, как это все работает, честно сказать. Я теперь чувствую себя, вот честно, виноватой в этом. Блять, потому что, ну, всю хуйню творят у меня на ферме. Извините за выражение, но вот реально. Я ему до этого написала, говорю, ты будешь в РП, а то у меня там туда-сюда. Вот он говорит, ну да, попозже зайду. Я говорю, ну, сказала, что так и так, что мне нужны их персонажи. Вот. Он сказал, что... Типа зайдет чуть-чуть попозже. Потом зашел. Да, ну, типа, серьезно, ребят. Ну, блядь. Типа, окей, ну, убили его. Вот даже тот же Грег сейчас сделал мне конкурента. Окей. Окей. Я готова за конкуренцию, если там, ну, будут какие-то мелкие подсеры. Но не, блядь, сливать друг друга. Подсирайте друг друга. Я, блядь, ни разу не видела, чтобы просто делали нормальные друг другу подсеры. Просто подсеры какие-нибудь мелкие. Поднасирайте друг другу.
Ну... Нет, проще пойти поубивать. Давайте я всех так поубиваю. Давайте, я всех буду убивать. Всех. Приходить, блядь, и добивать. Короче, не знаю. Я не знаю, чего. Я не знаю, как. В общем, что есть, то есть. Да. Ладненько, давайте. Я прощаюсь с вами пока что на этот стрим. Дальше... Я постараюсь фазмофобию подрубить. Не скажу, насколько скоро. Ну, думаю, скоро. Подрублю фазмофобию, так что давайте, не теряемся. Все, давайте, целую, пока-пока. Убьет жульский. Ну да, типа реализм руководствуется. Ну, угу. Ладно, давайте. Все, покедова, целую вас. Пока. На прощание включу вам песенку. Она с него не сводит глаз и молча льет в подушку слезы и пишет строчки о любви и тут же жжет. Она еще не поняла, она еще вполне серьезно надеется и верит, что он подойдет. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах не ты, не ты, не ты. Забудь его, забудь. Уйдет любовь, как дым, ведь у него в мечтах не ты.